Радио. Так что, друзья, наверное, сегодня нет смысла нам комментировать какие-либо другие новости. Конечно, основная новость — это именно отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх. И, наверное, здесь нет смысла рассуждать на тему того, насколько справедливо или несправедливо это решение Олимпийского, Международного олимпийского комитета. Но вот сегодня складывается такая ситуация, что те спортсмены, которые хотят ехать на Олимпиаду и участвовать под нейтральным флагом, называются уже не патриотами, а те, кто отказывается, это патриоты. Друзья, хотелось бы узнать ваше мнение на эту тему, насколько патриотично или непатриотично участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. Вообще, кто это должен решать, почему власти должны препятствовать или не должны препятствовать, и так далее, и так далее. На эту тему мы, кстати говоря, продолжим общаться с нашим сегодняшним гостем, который к нам присоединится через несколько минут. Это политолог, востоковед Евгений Янович Сатановский из Москвы. Тут у нас уже есть первый телефонный звонок. Но вот пока у нас есть это время, друзья, я считаю, что можно было на эту тему немножечко порассуждать. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, Денис, это Александр. Да, Александр, доброе утро. Я к тому, что вы сказали, хотел просто добавить. Давайте. Дело в том, что бойкотирование Олимпийских игр по правилам МОК наказывается лишением участия в дальнейшем в трех играх. Поэтому я уверен, что все, кто сможет выступить, кто не замешан в этом скандале, они, конечно, поедут на эти Олимпийские игры. Спасибо, Александр. Да, действительно, но опять же разговоры о том, что насколько это патриотично ехать, участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом. Кстати говоря, вчера перед началом заседания исполкома председатель Международного олимпийского комитета России Жуков принес официальные извинения, что, честно говоря, вот я их читал, были они очень странные, но об этом мы продолжим чуть позже. У нас еще один телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте. Доброе утро. Я бы хотела сказать свое мнение по этому поводу. Давайте, я конечно. Спортсменка в прошлом, в молодости, и я знаю психологию спортсменов. И в данном случае о патриотизме это тоже политическая подоплека. Я так полагаю, что умные люди понимают, что это решение... ВОК, да, я правильно сказала? Международный олимпийский комитет, да. Это политические игры, чтобы хоть как-то насолить России или Путину персонально, что пытаются сделать уже давно. И спортсмены ни в чем не виноваты, и Путин умный президент, умный человек, он принял правильное решение, он разрешает спортсменам ехать на соревнования, потому что они готовились очень долго, неважно, допинг, не допинг, если проверят, бездопинговые спортсмены будут участвовать. Все равно это будет плюс России, что спортсмены поедут, и что если они завоюют, я надеюсь, честным путем медали, какие бы ни были, бронзовые или золотые, не имеет значения. И патриотизм в том, что они поедут и докажут всему миру, что они хорошие спортсмены. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. У нас следующий телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, Денис. Доброе меня утро. Зовут Сергей. Доброе утро, я сегодня Сергей. Как... Не успеваю вам спасибо сказать за вашу рубрику «Хорошо в стране канадская жить». Спасибо прикольно. Вам огромное. Спасибо. Очень оригинально, прикольно. Вот. И знаете, я думаю, по поводу Олимпиады, вот все-таки с водой выплеснули ребенка. Изначальная цель Олимпиад была, чтобы не воевали, а были спортивные состязания. А тут, наоборот, на войну провоцируют таким или иным способом. Вот это плохо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Сергей. Следующий телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Тарас. Доброе утро, я Тарас. Я хочу сказать свое мнение по этому поводу. Это известный вопрос, кто виноват и что делать. Но это, как говорится, дилемма всегда возникает в этом случае. Но, по-моему, по моему мнению, не нужно было в рамках государственной политики возводить замену, подмену проб на допинг у спортсменов. В этом виновата только правительство и тот же Путин. И вот сейчас высказывание этой паралимпийской чемпионки Хоркиной. Они хотят нашу Россию, так сказать, унизить этим, а у нас есть армия, у нас есть ядерное оружие. Ну, бред. Причем здесь олимпийское движение к этим всем бряцаниям оружием. То есть политика страны, государственная политика явилась причиной того, что российскую сборную отстранили от олимпийских. Конечно же, спортсмены не виноваты. Надо рассмотреть вглубь проблемы. Спасибо. Спасибо, Тарас. Доброе утро в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Ну, меня зовут Ваня. Доброе утро, Иван. Да, здравствуйте. Денис, я как бы замечание хотел вам сказать, что вы, ну, как-то не очень красиво сформулировали вот этот вопрос. Давайте. Как бы сформулировали на то, чтобы как бы вот, ну, такой вот раздор это внести. Может быть, для рейтинга хорошо это, чтобы поругались люди. Но я тоже в прошлом спортсмен. И, ну, мне кажется, что Путин, ну, правильно принял решение. Потому что если бы он принял противоположное решение, то в стране был бы, в российской стране, был бы, ну, такой очень, ну, разделилось бы общество сильно. А Путин принял решение, спортсмены, они всегда готовятся, ну, как женщина перед этим выступала. Для спортсменов, конечно, обидно, всю жизнь готовились, и так вот, один раз в жизни, пускай выступают. Все знают, что это российские, и, может быть, болельщики поддержат. Спасибо вам. Но вы просто смотрите, потому что радио должно быть добрым. Здесь никакой подоплеки нет, никто ругаться не будет. Единственное, я вас хотел спросить, а как вы считаете, имеет ли власти сегодня в России, неважно, Путин это, Олимпийский ли комитет, давать какие-то наставления спортсменам после той истории, которая сегодня произошла? Сегодня? А какая сегодня? Ну, я имею в виду отстранение России от участия в Олимпийских играх. А, это вчера произошло. На данный момент. Я в другой стране живу. Я просто как спортсмен бывший тоже говорю, что ну спортсменам надо, ну нельзя им запрещать, потому что это ну очень ну как бы некрасиво по отношению к ним. Никто не говорит о том, что запрещать или нет. Я просто говорю, какая ответственность должна лечь на власти, которые допустили вот то, что сегодня происходит, то, что сегодня произошло, потому что Олимпиада в Сочи 2014 года теперь ложится чернейшим пятном вообще на всю историю олимпийского движения. Потому что таких прецедентов не было никогда в истории. Да, подождите, Денис, тогда можно мне полминуты? Давайте, конечно. Посмотрите, спортсмены сдали свои анализы и приняли их какие-то служащие вот этой ВАДА, МАДА, там, это, ну, не знаю, РАДА там. В общем, они приняли. Ответственность со спортсменов уже ушла, потому что там что-то поцарапано было, это уже лежит ответственность там, даже пускай на российских этих властях, которые, ну, отвечают, да, ну, там, РАДА, по-моему, или как там, я не знаю, ну, российская эта служба, лежит на них, принимает тогда на себя ответственность власть, но не спортсмены, понимаете, спортсмен сдал свою мочу, и все, он это, на нем, если нашли что-то, то нашли. Швейцарцы, по-моему, которые делают вот эти колбы какие-то, эти баночки, они сказали, что невозможно вскрыть ее и подменить, не сломав саму баночку. И нету расследования, есть только обвинение, нету расследования. Если вы посмотрите, ну я слежу немножко, если вы посмотрите, вот эти хакеры взломали сайт ВАДА, и многие спортсмены, они якобы болеют какими-то болезнями и употребляют запрещенные, ну, спортсмены западные, употребляют запрещенные эти всякие анаболики, стероиды, всякие лекарства, которые запрещено. Там есть список, и можно найти эти все вещи. Понимаете, тут такое, ну, двуличие. Вот это неприятно. И все принимают, ну, все говорят, что принимают. Даже когда я занимался спортом, нам тоже какую-то гадость принесли, просто мы, ну, там, пару дней поели и не стали потом есть. Но у нас не тот уровень был, это, ну, все было внутри Советского Союза.
Вот, поэтому здесь чисто политически это некрасиво. А то, что если какие-то употребляли, конечно, их надо наказывать, потому что нечестная борьба, кто-то сильнее будет за счет лекарств. Угу. Все это делают. Спасибо, спасибо, Иван, за ваше мнение. Следующий телефонный звонок. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Денис. Это Александр, да, Александр снова. Угу. Вы знаете, конечно же, вот руководитель этой лаборатории, который занимался этими проверками, угу. Почерков, по-моему, Он знал, что он делал, и я допускаю, что то, что он сказал, это правда, что вот принимали они допинг, и все это было правда. И полная ответственность, конечно, лежит на чиновниках, спортсмены не виноваты. И чтобы смыть вот это черное пятно, только полное покаяние, полное признание вот этих чиновников так вот, того, что они допустили, угу. может в будущем смыть вот это черное пятно спорта с России. Вот это мое мнение. Угу. Полное покаяние. Угу. Спасибо, Александр. Спасибо, друзья, спасибо за ваше мнение. В общем-то, здесь мы все сходимся в одном, что действительно спортсмены не виноваты. И рассуждать здесь о патриотизме, о том, если спортсмены поедут выступать под нейтральным флагом или нет, будет патриотично или нет, наверное, не совсем правильно. Вот у нас есть еще один телефонный звонок. Доброе утро, в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Всем доброе утро. Меня Алан зовут. Привет, Алан. Здравствуйте. Я, Денис, знаете, что вот хочу узнать? А вот говорят, что под нейтральным флагом. А нейтральный флаг — это что за флаг вообще? Ну, это флаг Международного олимпийского движения. Он с пятью кольцами. А вот, например, если завоюют наши спортсмены медали, там гимн нейтральной страны будет или что? Будет гимн, опять же, олимпийского движения звучать, и, соответственно, будет подниматься именно вот этот вот белый флаг с пятью кольцами. Блин, а другого цвета не могли, потому что белый флаг, это, знаете, как бы, когда сдаешься, выбрасываешь белый флаг. Вот такой флаг у Международного олимпийского комитета. Белый флаг с пятью кольцами олимпийскими. Вот именно этот флаг, под этим флагом и будут выступать российские спортсмены. Они будут наименоваться как спортсмены из России, но, соответственно, это не будет сборная России, да, то есть это будут индивидуальные спортсмены, которые будут выступать вот именно под этим флагом, и, соответственно, будет звучать именно этот самый гимн. Спасибо. Спасибо, Алан, спасибо. Друзья, ну, я думаю, что самое время нам немножечко прерваться на музыкальную паузу. Далее мы будем связываться с Москвой. С нами на связь выйдет Евгений Иванович Сатановский, с которым мы, наверное, продолжим обсуждать эту тему. Интересно было бы услышать его мнение. И, конечно же, готовьте ваши вопросы. 604-295-96-16. Звоните нам в прямой эфир, высказывайте свои мнения. Ну и самое главное, конечно же, задавайте вопросы нашему сегодня. С понедельника по пятницу.